Где? Уже снимаешь? Да. Да, вообще что-то есть. А где Александр Игоревич? Снять тебя. Как? Тебя снять? Можно. А? Нет, повторять не будем кадры. Давай не будем. Мы прибыли к Генуэзской крепости. Да? А где Хотя она? Хотя генуэзцы... Покажите, где она? Генуэзцы здесь и даже их нога не ступала. Из Генуи не было никого. Строили татары. Скорее всего. Да нет, и ничего подобного. Это не татары. Это не татары, это именно Генуэзская крепость. Это и в истории все это. Ну, не могли же генуэзцы их это самое. Это... Можно не прерывая мне дать, Александр Игоревич. Это в истории все записано. Почему? Давайте мне не прерывая. Так, давай. Угу. Ну что, в какой истории? Вот какая тут история может быть? Ну как какая? Ты что, Александр... Там это греческая деревня в этом, в Коктебеле, ты что? Помилуй это... Бог. Да ты что? А Херсонес, о чем ты говоришь? Боже мой, о чем ты говоришь, Олег? Да? Конечно. А Херсонес что это такое? Так а сколько лет этой крепости? Да ты что? Очень много. Много очень. Много лет? Конечно. О чем ты говоришь? Сомнения меня берут, конечно. Ну, Олег, ну что это? Я тебе говорю, ну, боже мой. Уж больше 1500 точно. Да? Конечно. Помилуйте. Я тебе говорю. Какие-то холмы тоже интересные такие. Скал. Ну все, можно идти. Да? Ну пойдемте. Да, интересно, конечно. Ва. Так, а, Александр, что? Освещена она хорошо сейчас. Да, красота. Не, она прекрасно фокусируется. Да? То есть дерево не сбивает. Ага. Какой интересный загадочный вид получается у нее. Во, Александр Игоревич. Ну? Батарейка уже садится. Александр Игоревич, собственной персоной. И... Меняем друг друга тогда еще. У нас проблем с этим нет. Мы хотя бы, ну так вот, да? Будем, поползем, потому что время... Да, ну я уже снял там. Я понял, я тут другой вид, чтобы... Как-то в общем. Ты медленнее водишь, ты быстро водишь, мне кажется. Ты потом это увидишь там. Вот у вас вид какой хороший. Встаете с утра, да, и вот такая вот красота. Отсюда еще лучше. Да? Генуэзская. Да? Она же называется Генуэзской. Понятно. Вот и вас ведь снимает еще. Да. Спасибо, спасибо. Все державным. Украинская Советская Республика. Средневековая эта крепость.
Вот 14-15 век, потом, а здесь 14-15 столетие. Это круглая башня, а сама-то раньше построена. Нет. Только башня, ну как нет? Что? Тут была башня, вон пушки. Что-что? За площадочкой на этом заканчиваем. Оп. Что, Александрович, а туда не хотите, что ли? А? Тут, а, сюда? Туда? Угу. Вот он, Александр Григорьевич. Бойницу видно там, да, море, горы, да? Да? Ну, видно, я спрашиваю. Нет, море не видно, к сожалению. Море не видно, да? А сейчас я... Вот отсюда, хорошо. Хорошо, конечно. Ты не увеличивай тогда, увеличивай смысл. Не приближай тогда, пожалуйста. Не приближать? Конечно, а смысла никакого нет, понимаешь? Немножко высота большая. Ну, понятно. Да, красота, конечно. Залив, башенки. Да, красиво, конечно. Горы. Сейчас. Вечернее время, видишь, уже поздно, вечер, поэтому темнее. Ну я бы... Сейчас не очень резко что-то, вот, вот резко более. Потому что темно, понимаешь? Сейчас. Ну вот. Вот когда приближаю лицо, тогда оно нормально светлое становится. Да, да, как будто. Просветляется. Я думаю, там должно быть светло, не может быть. Красиво, да? Красиво, красиво. С крепостью. Потрясающе. Это, конечно, интересно. И весь этот самый судак. Ну что, Александрович, утро. Утро. Море. Море. Крепость. Александр Игоревич. Да. Собственной персоной. Да, это я. Я вас слушаю внимательно. Вызовите крепости. Крепости. Пеленгас. 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 Пеленгас.